после второго отрезка. Кирилл, сегодня достаточно торпеда играет в атаке, как на ваш взгляд? Я считаю, где-то в каких-то отрезках играем слишком открыто, слишком много индивидуальных ошибок, да, где-то хотим красиво обыграть, забить, и от этого возникает много брака. Считаю, надо сыграть попроще. Понятно, что ваш момент, может быть, был уже далеко в первом периоде, но в любом случае, что осталось в голове после этого момента? Как возникают вообще такие реакции игрока в таких ситуациях? В той смене там два было перепаса уже от защитников, и где-то сыграл поближе к ним. Соответственно, сыграли третий перепас, и сыграл на опережение, догнал. И, мне кажется, сам Виноградов был на пустых, поэтому вратарь особо не сместился в мою сторону, и получилось поднять, забить. А с чем связано? Обычно вторые периоды торпеда очень хорошо должны удаваться. Можно ли считать этот второй период в зачет для команды? Нет, наверное, этот период не назову в зачет, да, то есть у обеих команд много моментов, хромает реализация, и считаю, что надо, как я уже до этого сказал, где-то сыграть попроще в пас, где-то побросать побольше, не выдумывать и, соответственно, идти на ворот. Спасибо большое, спасибо, удачи.